Пивка. Какое пивка? Вот мы. И рома будет. Вот мы заселились. И колбасы с коньяком охота. Охота тебе. Грязь, чтобы полотенец было достаточно. Пять полотенец. Здесь пятиместный номер. Пять полотенец, а для, пятиместный для номер. Мелких ног нету. Иди посмотри, Дима, для ног. Вот, а тут лежит при входе, Макс. Кто лежит? Это типа кухня. При входе. Там где-то море. Давай хоть глянем, у нас эти чистые постельки. Ну, порвано. Ёптеть, мать, блядь, они в песке все. Нахер, нахер, блядь. Так сказали, не... пусть поменяют нас. Кто-то кончал нахуй. Ага, Russian food, тут даже тайский вертолет есть. Двухъярусная кровать. Вон Саня у нас тут пришел из душа, холодненькой помылся. Обалдеть. Тут нет холодной воды, просто нет. Ну и горячая особо. Она уличная. Уличная. На улице 31 градус. Ну да. Ну вот так. Сейчас 34 в данный момент. Вечер. It's I. Похудевший. Как он рожал. Да 5, да не, такой же как был. Макс второй этаж выбрал. Саня здесь, а я тут буду. Кровати промятые вообще. Так снимай, ты сюда смотри, что. Ну подожди, туда это еще. Я хотел сказать, где мы находимся, или ты уже сказал. Ух ты, это что у нас, омлет? Омлет, блин. Находимся в гостинице, апартаментах. На Пхукете, на Патонге. И вот видишь, до чего нужда довела. Приходится самим жрать, готовить. Все, все пропили. Все пропили. И не все. На родину не опозорили. Да, еще осталось. Еще по стаканчику пива есть. О, это гуд. Какое оно теплое. Вот такая у нас квартирка здесь. На пятерых можно еще двоих звать. И с них взимать дополнительную плату. Ну так, так как мы жили. Шикарный апартамент. На Крабе? Не, на Крабе. Тут можно не двоих, тут еще троих можно дать. Четверых поставить. А, ты на что намекаешь? Все. Все готово. Выключил плиту. А? Выключил плиту. Что выключил? Ты все яйца сготовил? 6 яиц. Оставил еще? Там 4 еще. Ну их сварим тогда. Ну все, будем теперь трапезничать уже. Целый день не ели. Вот такое вот у нас получилось. Да. Варево. Еще не все, еще салатик сейчас будет. Да, еще салатик сейчас будет. А ты на... бросили в холодильник? Да, в морозилку. Александра его коцает с огурцами, с огурками. Ну-ка, вот, шеф-повар, теперь мы садимся ужинать. Вот это наш ужин скромный. Достаточно. Так, а хлеба достаточно. А, хлеба еще нету. Хлеба еще нема. Ну вот, собственно, и все. Ну вот мы вышли. Время 19:18. Мы вышли на одну из улочку. Просто валите. Вышли на одну из улочку. Патонги. Оно все колом стоит. Просто все колом стоит. Вообще колом. 200. Просто все. Вот так вот мы идем. Камри. Любители Камри, пожалуйста, вам Камри. Манго по 50. Что? Мангустины. А мы эти взяли с тобой тут за дешевле. Это папайя. Продается все. Вышли с отеля. Вот это дуриан. How much дуриан? Нет, тамо. Поливан. Нет, поливан. Сколько? 200 за килограмм. А он сколько весит? А? А сколько в нем килограмм? Ну он и весит, блядь, больше килограмма эту. Ты покупаешь, он режет тебе, блядь, и это. Хавай, да? Все равно надо сделать. Ну,
пошли посмотрим, если в магазине не будет. Тут воды, блядь, все отмыли. Не то, что у нас там. Движение тут не ахти вечером. А Самуи-то вообще, блядь, была лучше, да. Самуи вообще было тихо. Вот. Жареная курочка нахуй. Вот, Саня, фу. Скинь масло такое, блядь. Масло вообще пиздец, да? В Алифе жарят, просто в Алифе. О, мне 9 минут осталось. 2 килограмма за 2 килограмма, вот тут вот. Отдали. Сколько? 200 рублей. Посчитай. 8 штук. 200 рублей, блядь. 9 штук. Просто классно. Купаться? Да. Ну, давай. За буйки не заплывай. А я посижу на бережку. Пусть эти два брата искупаются. А у меня есть время немножко подумать. Жизнь короткая. Очень короткая. На каждом. Он вернулся. У него аппетит разыгрался. Бриз такой дует. Хороший бриз. Замечательный бриз. И лунная дорожка.